Демис Карибидис, выходец из КВН и резидент Comedy Club. Зритель привык, что на сцене шоумен изображает, по его признанию, тех, у кого шило в одном месте. В жизни он совершенно другой. В первую очередь нужно оставаться человеком, быть тем, кто ты есть на самом деле. Никогда не притворяться, не надевать на себя маски. Вот тогда к тебе будут тянуться такие же открытые и настоящие люди. Личная жизнь Демиса Карибидиса была за семью замками ровно до тех пор, пока он не сделал предложение избраннице Пелагеи. Это случилось в переполненном зале Дзинтари во время юбилейного фестиваля «Недели высокого юмора» в честь десятилетия Comedy Club. Да, девушке потонуло в овациях, зал стоя приветствовал влюбленных. На сцену, чтобы поздравить молодых, вышли все участники шоу с букетами цветов для невесты. Пелагея и Демис стали супругами в мае 2014 года, а само празднование устроили через неделю в Геленджике. Жена подарила юмористу 4 детей. Сначала на свет появилась дочь София и Доротея, затем сын, а в апреле 2021 года родилась дочь. Сейчас на страничках Карибидиса в социальных сетях периодически появляются фото близких. Демис – мужчина невысокого роста, 168 см и не самого спортивного телосложения. Вес 70 кг. У шоумена ненормированный рабочий день, если позавтракать, он успевает с обедом и ужином посложнее.